Юный шахматист Богдан Калинин из Владивостока стал чемпионом России среди спортсменов в возрасте до 6 лет. Завоевал золото на первенстве Дальнего Востока. По словам его мамы, впервые Богдан пошел на шахматы в 4,5 года. С того момента в расписании спортсмена всегда есть его любимое занятие. Мы еще успеваем в детский сад ходить. С обеда у нас еще есть гимнастика спортивная. Да, вечером шахматы. В начале пути Богдан ничего не знал о шахматах, а теперь занимает призовые места и хочет стать чемпионом мира. Тренер юного шахматиста поделился, что побеждать мальчику помогает чемпионский дух, трудолюбие и любовь к шахматам. Конечно, с первого взгляда невозможно рассмотреть талант. Это стало понятно где-то после 2-3 месяцев обучения. Тогда он начал уже проявлять свои способности. На мой взгляд, нужно привить именно любовь к шахматам, чтобы юный шахматист сам хотел заниматься, чтобы он шахматами жил, горел. И тогда у него все получится. Сейчас у Богдана идет подготовка к первенству России в возрасте до 9 лет, который пройдет в мае следующего года. Напомним, администрацией Владивостока инициирован проект интеграции учебного курса «Шахматы» в образовательную среду. Сейчас в 11 школах и 2 центрах образования города дети изучают эту интеллектуальную игру. Евгения Брыкина, Елизавета Драгомирова, новости на Восьмом.